В Бийске провели первый масштабный субботник. Он прошел в районе Зеленого Клина. От мусора очистили территорию парка, а также береговую линию. Теперь главное сохранить эту чистоту. Почти 2 часа ушло у бийчан, чтобы навести порядок. Мусора было собрано несколько десятков мешков. Его сразу же вывезли на полигон. В этот солнечный день грабли в руки взяли предприниматели, представители администрации, спортсмены, студенты, а также жители микрорайона. Совместными усилиями удалось сделать еще один уголок родного города чище. Были собраны разбросанные бутылки, пластиковые упаковки и различный бытовой мусор. После плодотворной работы участников субботника накормили гречневой кашей. На месте работала полевая кухня. Отметим, что это только начало. Впереди еще уборка лесопарковой зоны АБ и других территорий.